Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня я получил маленькую посылочку из Сургута. Прислал мне ее в подарок Геннадий, один из участников форума сайта Drive2.ru. Там общаются любители компакт-кассет, компакт-дисков, аппаратуры. Вот с этого сайта прислал мне подарок. Сейчас посмотрим. Ну, о, думал две кассеты, здесь даже похоже три. Немножко так по-зверски, но чтобы быстрее. О, какая кассетка. ТДК ID 90 минут. Ну, ничего так не написано. Ага. Вот здесь вот адрес. О. ТДК Супер Ди. Тоже 90 минут. Написано, ну, видите, да, Шаде и Адриано Челентано. Здесь ничего не подписано. Вот иконика, еще кассетка XRI 90 минут тоже. Джабберлуп и инкогнито. Послушаем. Геннадий, наверное, сам это записывал. Будет интересно. Ну, теперь поставим эти кассетки и посмотрим, что там. Послушаем, вернее. Сначала послушаем кассету Unica XRI.
Музыка довольно своеобразная. Такое никогда не слышал. Это будет расширение моего кругозора. С постелем, но дается мне, что это какое-то истечение джаза. Музыка в целом интересная, надо будет послушать. Кстати, бытует мнение, что вот Konica XRI плохо пишется, что там преобладают высокие, ну здесь, я думаю, все частоты, так сказать, в оптимальном соотношении. ТДК Super D. Шаде когда-то слушал. У меня был один альбом ее, по-моему, 1984 года. Вот эту песню вроде бы не слышал. Песню слышал, но, по-моему, немножко в другой обработке. Это, видно, более поздняя версия.
Рукопись довольно качественная. Приятная музыка. Ну, здесь, наверное, Адриано Челентано. Запись, возможно, свинила, но не факт. Sempre lì intorno a lei a farci riscaldare dai suoi guai e dai suoi consigli per gli acquisti di illusioni. Нормально. Как говорится, старый конь борозды не портит. Ты о про Челентано. Guardando te, chi
chissà che sognerai. Tante mattine ti ho vista accanto a me, con gli occhi tuoi nei miei. Conosco come sei, conosco cosa vuoi, sei come me. Та песня известна, я это услышал. Vicino a lui, come mai tu non guardi dritto dentro gli occhi miei? Tu non vuoi ferire l'innocente che ti sta dormendo accanto e ha fiducia in te. Non vorrei, ma capisco questi sentimenti tuoi strani, che da me ti portano via, anche se in fondo non lo vuoi. Похоже, все. Конец стороны. Ну, тоже интересная музыка. Кассета, кстати, второго типа, не первого, как можно было подумать. Ну и последняя кассетка ТДК AD. А тут ничего не подписано. Так что будем на слух определять. A shelter on a rainy day. You may need me. Like I need you. Ну так на первый взгляд не скажу,
Что это такое? Ну, по стилю где-то, наверное, вторая половина 80-х годов. Где-то 87-й, наверное, 88-й год. Это если по стилю. А кто исполняет, не могу сказать. Песня мне знакома, но
Кто исполняет, правда, никогда не знал. Вещи одно время популярны были на дискотеках. Может быть, начало 90-х. Это так. Качественные записи. Приятно послушать. Спасибо, Геннадий, большое за такой подарок. Обязательно все послушаю более подробно. Это я сделал чисто так, небольшой обзор. До новых встреч. До свидания.